Выпробование морозами знову чакая Грузинщину. Резкое понижение температуры обумовить антициклон, сформированный у холодным поветры полночных широт. Чакается, что самой стюдёной выдастся наступная ночь середы на четвер, коли на Грузинщине слупок термометра месцами опустится до минус 20 градусов. Синаптичные прогнозы послужили сигналом агульной мобилизации супрацовников внутренних справ. Сегодня задача каждого патруля не только ахова громадского парада, але и особистая безопасность жыхароў прынёмання. Сёлетний студень цалком оправдал свою назву. Студенные морозы стали причиной трех тяжких холодовых травм. И еще нескольким десяткам грузинцев удалось не трапить на больничные ложки, только дякуючи тому, что их своечасово зауважили патрульные нарады. У вынику злоуживания алкоголем грузинцы замерзали, кто на припынках громадского транспорта, кто для магазинов, кто по дороге домов. Приходит холодная погода, в таких условиях не рекомендовано долго находиться на улице. Сотрудники милиции будут обращать внимание на граждан, в том числе находящихся в состоянии алкогольного опьянения, которые находятся возле магазинов, на остановках и не могут, так сказать, воспринимать ситуацию объективно. В таких случаях милиционеры будут всячески помогать данным гражданам, доставлять домой, либо в медучреждение. Низкие температуры, которые откорректовали график милицейской службы, синоптиков никольки не бянтежить. По статистике, температуры, нижайшие за климатичную норму на 10 градусов, фиксуются в нашей стране каждые 20 год. До прикладу, самым холодным на Грузинщине был студень 1987 года, коли слупок опустился до отзнаки минус 33. Максимум, на что будет сдатный сёлетний студень на своем приканце, это минус 20. С четверга, с 26 января, ожидается резкое понижение температурного режима. Будет преимущественно без осадков. По области ожидаются порывы юго-западного ветра до 12 метров в секунду. И ночные температуры минус 12, минус 17. А в отдельных районах столбики термометров могут опуститься до минус 20. У пятницу знову варто шукать потепление. За перепаду температур гололедицу обещают у весь тыдень. Набере оборотов и ветер. Его порывы будут досягать 12 метров у секунду. И это не все сюрпризы, которыми огорошивают белорусов синоптики. С минус 20 ночью слупок термометра поднимется до плюс 2 градусов днем. Может, когось это на дворе не порадует, але позитив все ж таки есть. С каждой перегорнутой сторонкой календара светловый день увеличивается на 4 хвилины. А это значит, неухильно наближается весна.